Итак, всем привет. Я все еще в Турции. Снимаю на телефон. Гимбал не стал с собой брать. Возьму попозже. И я оказался на улице искусств муниципалитета Алании. Я вам сейчас покажу самый главный памятник местных зодчих. Ну куда же в Турции и без россиян? $799. Россия в Турции. Идите вот так по променаде вдоль моря. Медленно поворачиваете ваш взгляд в сторону и обнаруживаете древнеримский паласт. Вдоль забора этого замечательного древнего здания расположены головы местных героев. Древнегреческая Мадонна, львы, их, наверное, сюда из Питера завезли. Но самое главное, чтобы были. Вот такой вот зубастый стоит. Этому тоже кто-то нос обломал, но это так, для красоты. Ну и вот сама надпись на фасаде. Арки входа в этот палас. Античный римский палас. Вот такая вот хрень, но в Турции. Технология изготовления этого льва мне не знакома. Но зубы выполнены четко. Любой дантист позавидует. А так мы теперь постучим ему по голове. А внутри пустота. Зайдя на территорию данного отеля и проходя по небольшому мостику, мы замечаем фигуры античных богов. Давайте посмотрим на вот это. Это император Тибериус. Помните Александра Македонского? Вот это он. И здесь даже установили его голову. В общем, тут у нас одни древние римляне. Какая-то греческая надпись. Но куда же у нас без Зевса? Табличка гласит Зевс, но кто-то вот Зевсу выломал нос и отломал руку. А это перед вами стоит Флавиус Пальматус собственной персоной. Вот так вот, с красивыми цветочками рядом. Его статуя здесь. Вот здесь разложили бижутерию из древних-древних колонн. Материал непонятный, походу пластмассовое литье. Вот череда колонн с завитушками наверху, подкрашена золотой красочкой, ну смахивает вроде как на бетонную. Делали, конечно же, древние римляне. Вот еще одна из них. Древность под пальмами. Ну вот просто стоит какой-то древний римлянин. Давайте посмотрим, как его изготовляли. Тут в ботинке у него вентиляция. Литье. Вот даже трещины дало. И вот так получается у вас древний римлянин. Последняя статуя данной композиции – это Корнелия. А рядом фонарики, наверное, газовые, 19 века.
Но я не исключаю, что и они выполнены из современных материалов. Постучим, как обычно. Железка. Ну, вот такой красивый фонарь. Рассмотрим фасад. Вот такая вот музыка у нас тут играет рядом в бассейне. Наверху крылатый ангел. Куда летит, неизвестно. Но его там поставили. Ротунда с колоннами, закругленный купол. Вот единственное, чего здесь не хватает, так это табличек, что строили это где-то так до нашей эры, древние, античные, греки, римляне, ну не знаю. Можете назвать кого угодно. Вот походим, поснимаем фасад самого здания. Вот такая вот современная древность. Но в Турции. И строили это в годах, наверное, в конце 80-х, начале 90-х. Попробуй зайти внутрь. Это очередной Зевс, изготовленный серийно. Оригинальная статуя находится в археологическом музее Истамбула. Статуя Афродиты. Опять же видно камень, отшлифованный, технологии 3D. И стоит тут серийное производство. В зале расположены такие вот картины. Вид, конечно, хороший. Пройдем по всей галерее. Тут кто что ушел без ног. Надпись гласит Feet of Statue. Бежавшая статуя. Ну, а это Александр Македонский ворует себе девиц. Вот древность, расставленная везде. Древний янычарский меч и монеты, браслет. Дудки, кофеварка какая-то, античный половник. И вот такие вот, наверное, лампы-светильники. Посмотрим еще одну древнюю картину. Три девицы под окном. Что-то ничего не придут. Я посмотрел, картина прессованная. Это отпечаток. То есть она не нарисована, следов мазков абсолютно нет. То есть декорация для украшения. И вот еще одна древность висит над таким вот красивым диванчиком. То есть декоративно оформлено, просто замечательно. Ну а это люстра, это уже вообще класс. Но она работает на электрических лампочках. Вот такое вот античное креслице. Стоит в фойе отеля. Дерево резное. Ну, как обычно, зубилом, молотком это все изготовили. Ну и так, уважаемые зрители, подписчики, кто вообще это смотрит. Я выяснил у персонала этого отеля, когда он был точно построен. То есть я не ошибался, конец 80-х, начало 90-х. Отель был построен в 1988 году. Итак, вот наша древняя античность. Теперь вместо вот этой таблички по обеззараживанию рук нам необходимо написать, что это было построено в 13 веке султаном Сулейманом, его архитектором, приехавшим из Италии. Нагнали кучу рабов, они понатащили камней и построили отель будущего для нас. Для меня, для тебя и для всех. Ну, в общем, статуя машет нам ручкой, а я иду в свой отель. Время близится к обеду. Всем удачи, пока!